Вот сюда садись. Садись, 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 не бойся, что ты боишься? Ой, я сейчас приду, подождите. Ой, Владушка, не ешь, пожалуйста, ладно, 5 минут? Я сейчас это тоже приду, там Дима где-то ходит. Ладно, 5 минуточек посиди, не ешь, ладно, ничего сладенького? Иди к девочке. Кристина, брать конфеты нельзя. Угу. Через 5 минут я приду, сейчас Сашу покормлю и разрешу тебе что-то выбрать, хорошо? Угу. Не бери только.
Ни одной конфетки? Можете выбрать себе 4. Только не чупа-чупс, ладно? Нет, хочу что-то мы нам добивали с девочками. Мне конфетки выбрали? Что? Подожди, я сейчас приду. Ничего не кушаю. Почему столько сладостей? А? Все? Сейчас, подожди, тоже приду. Совсем не хочешь? Да, не хочу. А что не хочешь? Да просто ты не хочешь сладкий конфет? Люблю. А что не взял? Что, девочки, не делать?
тебе можно. Ты не взяла ни одной конфеты, можешь взять 4 штучки. Один. Еще 3 можешь взять. Ты мне одну дай. Нормально. Вы одинаковые делите? Что вы делите-то? Одинаковые конфеты между всеми. А вы только что съели одну, да? Ага. Просто снимаю, как вы поровну делите между всеми конфеты. Давайте, девочки, побольше. Давайте. Одну. Девочки, нет, надо сначала конфеты разделить все, а потом уже есть. Кристина, ты берешь все, успеваешь брать? 1, 2, 3. Оп! Эй, успевалка! 3, 2 взял у меня. 5. Тебе сейчас как один? Все, нет. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. Не надо, Соня, особенно с орешком. Куда? Нет, это другую. А тебе дам другую. На. А вы между всеми поделили? 1, 2, 3, 4, 5. Между всеми поделили? А никого не забыли? Никого? Класс, тебя? Маму, бабушку. Диму. Диму. Ну, Дима перепадает. Ладно, Дима не считается, он малыш. Да. Поправляй. Мам, я а? А у тебя вот тут водит, да? А если бабушка не захочет? Бабушка поделит между вами тогда, если не захочет. 1, 2, 3. Мам, 2, 4, 4. Да? А ты питание? Мама, у бабушки можно только одну шоколадку съесть. Почему? Она на диете бывает. Ты уточнила, она на диете или нет? Ну вот она придет, и у нее не будет конфеток. У всех будут конфетки, а у нее не будут конфетки. Как ты думаешь, ей будет обидно или нет? Я же сказала, поделить конфеты между всеми. Надо всем, значит, поделить конфеты. Это Таня. Она будет рядом с Соней. Ну не обязательно вот эту кучу, можно кучку уже рядом с тобой посадить. Правильно? Вот, я бабушке сделала. Все, поделили? Да. Так, а еще как? А остальные? Так, мама Даша, тетя Таня, мама Таня. Тебе. Чего? Мне Кристина позаботилась, дочь моя. Ой,